Сания Тимирханова стала обладательницей звания «Казах Роя». Девушка родом из Павлодарской области, помимо модельной внешности, обладает утонченным чувством стиля. Конкуренцию ей составили еще 17 конкурсанток. Чем же отличается «Казах Роя» от той же «Мисс Мира», расскажет Елена Шрайбер. Пробраться за кулисы одного из топовых конкурсов красоты не так-то просто. Красавицы охраняют не меньше, чем принцесс в башне. Целый месяц они готовились к едва ли не самому важному событию своей жизни. Последние минуты перед выходом на сцену самые сложные. Пока одни ищут нужную гримерную, другие, смотрясь в который раз в зеркало, убеждаются, что макияж не испорчен. У нас пойдет холодный огонь, не пугаемся. В этот момент, пожалуй, даже чувство соперничества отступило. Тем более, как отмечают организаторы, каждая из девушек достойна победы. Здесь важны не только красота и формы, но и содержание. Помимо внешности и модельных параметров, нужно, чтобы девушка свободно говорила на казахском языке, знала историю и обычаи своего народа. Возможно, в одинаковой одежде, да еще и издалека, девушки похожи, но, приглядевшись, понимаешь, уникально каждая. Об этом даже говорит их первое дефиле. О конкурсе «Казах Роя» в Казахстане узнали 9 лет назад, но всерьез заговорили гораздо позже. Сейчас желающих принять участие тысячи, потому и отбор жесткий. Но победить может только одна, особенная. Она должна быть красивая, она должна быть умная, она должна быть воспитанная, она должна быть харизматичная, она должна быть образованная, она должна быть современная. Здесь можно на самом деле очень много перечислять. Это, знаете, такой некий идеал, к которому мы все хотим стремиться. По традиции агентство «Хабар» – главный информационный партнер конкурса. В этом году мы также покажем «Казаха Роя» в эфире «Телесемейство». Трансляция пройдет 23 марта в 10 часов вечера на канале «Хабар». В этом году победа досталась Сания Тимирхановой, девушка родом из Павлодарской области. Говорят, наизусть знает не одну сотню стихотворений казахских поэтов. При этом утонченная, статная и обаятельная. К слову, в мире не так-то много конкурсов красоты, где настолько высокие требования. Елена Шрайбер, Жан Канапияулы, «Хабар-24», Астана. Thank you.